делаю Как концы. это десятиходовки в пулю? Вот какой-то странный дебют, он за 4, осталось 2 хода, и тебе придется играть эту позицию. Аж Все, ты? поехали. Где в 3? Все, Все, поехали D4. d4, давай, d4, что ты делаешь? Нет, да, давай, ходи быстрее. Слушай, ну ладья сама туда встала, я честно, я не хотел. Нормально, ты слон весь. Хорошо, d4, плохо, ну ладно, нормально. Как d4? Сейчас ферзь d5, и слон 1. Да, ну тупо, ну ладно. Да твои ходы уже как 70 лет. Бей уже хоть кем-нибудь там. Почему у нас меньше времени на минуту? Как на минуту? Не может быть на минуту. Так, ну... На Блин, E4. что делать? Позиция, блин, тупая. То, что у меня на 500 миллиардов пунктов больше, никак не помогает. Ферзь c3, ферзь c3, хорош. Он видит, жалко. Мои ходы, все, поехали. Давай, давай, продержись эти ходы, я что-нибудь подкручу под цветно. Да, Ой. шах. Да что ты делаешь? Мат сейчас будет. Что делать-то? F4, ходи быстрее. Ладья D5 следующий ход. Да, и шах на D7. Шах на D7 и ферзь D4. Ферзь D4, ферзь D4. Да, и мат там висит. Шах, уходи. Уходи. Не надо ничего заносить, ферзь F6. Да F6, что ты делаешь? Все, мои ходы. Никит, мало времени, очень мало. Нормально, золотую. Все. Победа. Победа. Как это ужасно. Поехали. Моих. Да я начну. Так, Е4. Опять Кононов. Что-то хватит, когда дышать. С каждой партии одно и то же. Что ты делаешь? Так, все, 3 секунды, 3 хода. Моя задача времени много не проиграть. Ты сам пошел. Нет, нет. Все, Все, ходи. пошли, отлично, там уже 6. Я хотел 2-0 сделать. А чем 2-0? Мы отдавать будем сейчас, конь Е5. Он за 4. Берем, а конь Е5. А, конь Е5 нельзя, извиняюсь, ферзь Д7. Почему конь опять нельзя? Шахом берет, ладья Е8. G8. Сейчас уже конь E5 грозит, он защитился, но здесь ферзь H3. Мои Неожиданно. ходы. А чё толк-то? Конь E5 и ферзь G4. Ничего, Сейчас он на позови. E1. Куда он отойдет? Ну сюда, блин. Сейчас ферзь F4 будет. Ладно, не играть. F5, 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 F5. Все, FE. бей ладью, ладью бей, ладью бей, бей ладью. Какую ладью? А, Да вот. я один бей ладью быстрее. 4 секунды. 4 хода. И ладья E4. Отлично. И ладья F8. Ну и так тоже ничего. Один ход. Ладья E2, тупейший ход. Просто идиотический абсолютно. C5. Что это А? такое? Что такое, ходить некуда, ладья b6, ладно, все, меняю ладья, отлично. И ладья c6, и ладья c4. Все, мои ходы. Мои Да, ходы. давай, играй быстрее, быстрее, быстрее. Не такой большой запас по времени. Не бей, король, так, да, все, ладью, куда я, шахи. Давай ему шахи. Сейчас я тут надаю шах. Все, я должен сломить флаг. Никита, я сам это сделал. Красавец. Хорош. Давай дальше. Слушай, ну сколько побед подряд уже? Ну, по-моему, мы это научились. Все, мой дебют. Ну ладно. Давай, играй, 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 играй. 2 хода. До 12-го играешь. Да что ты делаешь? Зачем ты туда залез? Все, ладно, уже любой ход. Я отвлек тебя, извини. Слон d3, да, это все, неважно. Я не успеваю даже озвучить, куда ты ходишь. Все, хорошо, отлично. Все, сейчас мат дам. Вообще, у черных лучше, но кого это будет? Так, ну я, по-моему, получилось дебюта достойно. Все, Отлично. Почему не ферзем-то? Угрозы стоят. Нас съели. Все, уже все угрозы, которые надо, уже все создали. Лишний ферзь, давай, не запари. А, мои ходы, А, да? форточку сделай, форточку. Это всегда помогает. Да что ты делаешь? Белый. Давай, отошли. Куда-нибудь туда и королек.
сюда ходил. Все, победа. Поехали. Так, все, мои ходы. Е4. Д4 сюда. Не зевай ты эту пешку хоть когда-нибудь. Вот, все. Ты доволен? Все, кто зевнул, ладно, неважно. Да, здесь неплохая компенсация. Да что ты делаешь? Все, мои ходы, давай, ладно. Я не знаю, как мне за 10 ходов что-то хорошее из этих сделать. Слушай, я думал, он побед в D4. Я же не виноват, что он не побил. Да, абсолютно. Кроме того, что ты зевнул, потерял в один ход. Ой. Неважно, вперед и будет лучше. Чем лучше, конечно, не очень понятно, но... Все, сейчас мои ходы, Никит, я должен. Все, мои ходы, поехали. А, давай, давай, куда-нибудь туда ладью. Да, ладью, да, 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 отлично. Что ты делаешь? Убирай ферзя отсюда. Ладья c8. c8, c8, да. Как это держу? Что, куда? Да поставь коня, ставь коня. Е8, да, да. Мертвая связка. Какая связка? Чего? Что происходит? Да дай мне. А, все, твои ходы. Да, давно уже. Куда, блин, ходи? Обе, отлично, отлично, отлично! Мои ходы через 4 хода. Боже, вы такую вытащили. Все, мои ходы. Не надо его бить. Не бей его только. Это мои ходы, все. А, да, ну ладно, ходи. Не надо бить! Да нормально, он не успеет. Успеет? Нет. Да. Черт! Я ж тырил, не бей ладью, еще когда начали скакать там. Давай повтор. Не, ну это жесть. Ну чего, никто не хочет играть? Слушай, мы его отвозили 5,5 на 1,5. Да, он так рад, что сделал ничью, что больше не будет. Никит, если бы тебе сказали... О, все, поехали, мои ходы. Давай, играй. Один не считался этот. Я думаю, ты без дела точно такой. Все, что, ладно, нормально. Целых 7 ходов уже продержался, их позиция хорошая. О, боже. Ладно, нормально. Все, мои ходы. Давай. Я типа вам подготовил атаку. Знали, чем я отдал, это абсолютно. Это какие-то... некорректно. Да, ну кого это волнует? Один. G3, G3, G3 есть идея. G3, слон F5. Классик, ну G3, он D4 еще будет. Ладно, ничего страшного. Слон F4, надо, слон F4. Сейчас один опасный атакующий ход. Так, ладью на C, ладью на C, ладью на C. Какая труба, конь F3 грозила. Нужно ладью на С, Никит, срочно, ладью на С. Все, мои ходы. Видел твою ладью на С. Нормально, на поигре. Бей ферзя! Да побейся. Хорош. 6,5. Давай, человек. Последнюю партию с тобой сыграем. Все, черными, поехали. Ты играешь полную чушь. Слушай, ну... Даже 7! Что ты... А, отлично. Как ты мог угадать это? Это абсолютно убой. Бей коня! Я знаю, да я сам побью. Не, он не будет бить, если он думает. Мои ходы. Все, занимайся. Детский мат, если вы мне какая жалость. Расстроился, да? Бедолага. Слоном надо было, чтобы угрозу создать. Да, да, чтобы ладья на G8 шла, я только потом понял. Придется темп отдать. Чего страшного, G8. На F3, бей! Победа. Победа. Бей на G2. Тихо, я хочу это сделать медленно. Вот, ладья H2 и ферзь H4 матует красиво. Ладья G1 тоже матует, любой ход.
Я же один, конечно, красивый оторвал, но так тоже ничего. Наш один ты из чувства противоречия не поставил. Да. Всем спасибо за внимание. Сейчас не знаю, примет, не примет. А, принял, все, поехали. Так, это им побьем. Сейчас тихо, дебютный. Ой, что ты делаешь? Ой-ой-ой-ой. Даже два. Почему ты всеми отдаешь даже два? Да что ты делаешь? Как? Ты смог развалить позицию в скандинавке за 5 ходов? Тут это весело. Все, мои ходы отлично. Давай. Ну что мы у нас, почему получили? У нас не хватает пешки и позиция хуже. Это страшно? Пешек поровну. Конь d6 надо. Да слон d6 зачем? Что, ради одного шаха, хотя в пули надо играть ради одного шаха. Да ну, поставил на e4. Язык заплетается, да. На e4 поставь. Зачем я все зевнул? А нет, я ничего не зевнул. Отлично. Мои ходы. Я не... Все, играй. Зачем? Брат. Нет, ладья! Сейчас мат дадим. Ви, да. ДЦ и ладья d6. Ладья d6. Ой. Еее! Прячь, не трогай там все. Я буду доигрывать. Как я буду доигрывать? ДНС шах CD. Он успел обрезать очень красиво. Очень красиво, да? Так, нам нужен слон. Слона на c1, ничего там нет. Будет мат оттуда, ладно. Пусть дает. Обидно. Зачем? Все, спасибо за внимание.